29 апреля. Всем доброе утро. Заповедник Остомукшский. Ну вот ручей уже разлился. Большой, полноводный. Снега еще хватает в заповеднике. Потому что вокруг лес. Солнышко не пробивается, чтобы прям растаять. Прохладно сегодня, не смотрела, сколько градусов, но минусовая температура, может, минус 5 где-то. Ну, солнышко сейчас пригреет, днем будет теплее. Ты моя девочка. Ты сидишь там? Красавица! Красавица! Что, весна пришла? Весна пришла. Хотят общаться звери со мной. Все, понеслась по делам своим. Никогда она говорит, никогда мне. Все, только хвост трещит по сучкам. Унеслась зверюшка. Так вот, тишина в заповеднике, спокойствие. С собаками вход воспрещен в заповедник. Поэтому здесь тихо, чисто. С утра народу много. Ой, мало вернее. Сейчас 9 час утра. Поэтому народу сейчас совсем почти нет. Где мужчина впереди меня шел. А так пока никого нет. Днем-то будут женщинами ходить и мужчины активные, которые гуляют по заповеднику. Озеро еще стоит, еще лед крепкий. Сейчас дойду, покажу вам озеро. Ну, вот озеро Кондаки. Я на вышке. Ну, вот все еще белое. Даже нету нигде потемнения. Озеро белым-бело. Было вот теперь, а сейчас дни холодные стоят. На улице холодно. Поэтому все остановилось, потепление. Поэтому зима не хочет уходить от нас. Вот такие вот спортсмены бегают уже. Бегают, видите? Не спят люди спортивные.
Ну все, полетел. Так тихонечко шла, хотела его заснять. Красавчика этого. Лебедь. Один почему-то. Малыш. Так тихонечко шла, чтобы его перелетел. С той стороны еще люди шли поэтому. Здесь водоем открытый уже. И здесь вот они. Прилетают уточки. Сейчас, может, утки не улетят. Люди по берегу ходят, поэтому... Эти улетели. Да что ж такое-то? Все бегут от людей. Ну, дикая природа. Чистая вода. Ну, люди ходят по берегу. Шла его сняла. Ну, ладненько. Такие сегодня встречи. Белки, лебеди, утки. Всем хорошего дня. Берегите себя. Всем крепкого здоровья. Центр города. Флаги повесили 1-майским праздником. Триколор на столбах вдоль дороги. И дворец культуры. Чистенько. Тут уже теплее становится. Солнышко пригревает. Здесь стояла елка на Новый год на этой площади. Вот такая апрельская Костомуша.
центре флага висит Карелии, Россия и Северсталь. Около дворца культуры. Вот. Прихожу к себе на жилье. Всем хорошего дня и любите себя.